Ну, давайте посмотрим. Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. О, что я нашел? Записочка. Стоять! Я с тобой разговариваю! Да стою, стою, блин. Взорвать его, что ли, не, ребят? Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Давай, блин, иди уже. Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, ну там типа дерьмо разгребать. Будем считать, что повезло. Ну, это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Да, просто пипец. Это точно демоверсия? Я уже целый час записал. Так. Пока походим, посмотрим, что здесь вообще есть. Да, так все, до форс-мира, но хочется послушать, что там вообще люди говорят, даже говорить не хочется вообще. И так все интересно. Угу. Туннель очень долгий, потому что другие не скажут, что станция проклята и заброшена через 20 лет назад. Так. Берешь там? Ага. Аптечки. Аптечек у меня куча. Что здесь? Да, надо купить. Нет, всякую фигню. Мы тут им вчера кошку побрили. Кошка довольна. Отличный курс. Так, тюнинг. Что мы купим? Давай посмотрим. Обмен. Что у тебя есть? Угу. Ладно, пусть ну так можно прокачать. А, вот, прокачка. Прицел, да, поставим прицел мы. Такой дешевенький. Так, дешевенький прицел. Дальше. Здесь. Такую фигню поставим. Такую. Такую просто на максимум прокачали мы. И мое любимое оружие тоже на максимум надо прокачать. Струнную волну, всякую фигню. А, подожди. Вот, поставили. Все. Просто максимальная прокачка. И больше подойти нельзя, да? А, что это такое? А, типа пострелять. Так, это получается испытание номер один. Ну да, попробуем. Почему бы нет? Давай. На. На. Блин. Да фиг попадешь по ним. На, Так, берем другое оружие. Давай, последние. Стой. Так, наверное, включаем.
перезарядка пошла. Да ладно. Так. Ух ты, какая раздача идет. Так, перезарядка. Так. Быстрее, 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 быстрее. Да-да-да-да-да, нормально, нормально. Так, нет, плохо, плохо, плохо. Надо успеть. Так, опасность, опасность уже. Это вообще опасно уже. Так, давай, 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 давай. Вот это у меня ружье сейчас горит нахрен. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Фух. Сколько всего? 6. Ну ладно, справимся. Справимся. Что ж мне дадут там, интересно? Просто ковбой. Да. Во. Так, быстрее, пошел, 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 пошел. Блин, это плохо. Последний, давай, просто хардкор. Ну давай. Понятно. А, только в голову? Блин, так бы сказали мне. Перезарядка пошла. А, ну это легко. Сейчас мы справимся. Ух ты, блин. Какой живучий, а. Ни хрена. Только в голову получается. Быстрее, 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 быстрее. Так. Не-не-не, плохо, плохо.
Это уже плохо. Только автомат. Быстрей! Блин, успею? Эх, не успел, черт. Да ладно. Давай еще. Ну окей, давай еще. С одной обоймы. А эти использовать нельзя, да? Да, нельзя. Бомбочки. Так, перезарядка. Теперь чисто вырубаем их. Давай, давай, последний, быстрей. Блин, 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 блин. Еее, черт. Прошел. Где мой приз? Ни хрена. 45. Ну, конечно, это того не стоило, но чисто так для себя нормально. Прошел испытание. Круто. Сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кривой. Этот проход открыт только для местных жителей и персонала. Они заговоренные звезды. Так, ладно, чем мне теперь здесь заниматься? Испытание прошел, закупился. А, погнали. Значит так, я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выдвигаемся. Ну, погнали. Да, серия получится просто архидлинная. Ну и чего? Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Уго. Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну давай пульки и проходи. Я уже Михи замышлял. Но мне-то ты ничего не плати. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт, ненавижу это. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро «Проспект Мира». Кажется, все чисто. Давай. Удачи, Сергей. Надо валить отсюда по-быстро. Чего? Ух, как мы вовремя, блин. Как описать чувства? Когда после 20 лет в тоннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился. И в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Ну, нормально, мы вышли уже. Черт, мы так пол игры уже прошли почти. А теперь... Ой. Очень, очень на стрёме.
Очень на стрёме. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердый, заморожены. Черт, блин! Жалобы чуть как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Вот это бахнули. На нормально так. Так, давай осторожно посмотрим. Блин, черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Моя сиська. Я и дернулся. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. Кто-то там улетел. Пошел вон. Это тебе за все, понял? Черт. Ага. Какую-то плохую хрень слышу. Ой, там демоны летают. И я дошел. Что же там? Не зря я сюда шел. Да, какая-то фигня. Где патроны? Где все мои патроны? Черт, патронов вообще нет. Окей. Возвращаемся. Все. Ох ты, блин. Ладно, течку еще одну используем. Ничего страшного, богатенькие. Ух ты, что это за дрянь? На, блин. Какой-то ну бегающий что, рак. Тогда двинули дальше. Значит, теперь дверь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну когда базарились. Фильтр, пьем. Пацаны, о, блин. Чего? Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их понятно. Их демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Блин, не допрыгнул, пацан, как здесь я. Так. Прыгай, я тебя поймаю! Ух ты, блин, так знал. Офигеть, поймал, черт. Да что ж мне так не прёт-то, а? Эй, блин. Придётся тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть секрет-позиция ордена. Да окей. Теперь я один. Теперь я, блин, один. Черт, блин, пробная версия. Вы издеваетесь, пацаны. Вали нахрен. О, черт. О, черт. Ох-ох-ох-ох-ох. Все, я спрятался в домике. Ох, блин, еле спрятался. Так, ну, начинаем выживать. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Плохи мои дела, кажись. Ух ты, блин. Пошел вон. Эх, черт. На, блин. Кто там еще ползает? Чего? На, блин. Подходите. Че, все уже надо сменить его? Блин, пацан. О. Меняй. Так, там еще бегут, вижу. Да, еще один фильтр у меня есть. Ладно. Здесь фильтрная беда очень большая. Надо все очень экономить. Надо быстро-быстро все пробегать. Иначе мы просто умрем.
А, здесь тупик. Понятно. И походу мне вообще не сюда. Так, чего-то зря я выбежал. Так, подожди. Так, вроде бы здесь тупик, вроде бы я здесь все исследовал. Или, походу, нет. Так, там мы не пройдем. Эта фигня двигается. Давайте искать другой путь. Так, вот какие-то сейфы здесь есть. И так быстро бегу, потому что я знаю, что меня могут просто в любой момент убить. Из-за того, что не хватит где-то у меня воздуха, и игра меня просто убьет. Скажи, ты лох, пацан. Что поделать? Что там происходит? О-о-о. Чего ты не помню такое в первой части? Это что такое вообще? Да? Не-не-не, туда не хочу. Кто стреляет? Походу, это барабан. Там где-то там шляется. Погнали. Вот они там стоят. На, блин! Заткнись! Ого! Какие они здоровые! На, блин! Ух ты, черт, как он налетел, аж страшно стало. Не подходи, пацан. Открывай. Ох, черт, блин, ой-ой-ой-ой-ой. Жми, какое у тебя рыло страшное. На, блин. Пацаны, реально такое в первой части помнят, как это расширенная версия получается теперь. Потому что, в принципе, сюжет идет как и в первой части, но какие-то отвлечения все-таки есть, которых не было в первой части. Так, слышу, стреляет. Бежим. О, патроны, всякая фигня. Бежим. Так, это я помню. Так, все задули, все спрятали. Все по-тихому. Так, Артём, держись. У нас еще фильтров много. Офигеть. Так, надо заменить. Быстрее сменяй. О, нормас. Вот, блин. Окружай, черти. Чего-то именно эта локация мне напоминала Call of Duty. Первую часть. Так. Так, теперь куда? Выход, блин, заблудиться можно вообще. Здесь, в принципе, игра линейна, но столько ответвлений всяких разных. Так, я его слышу уже. О, какой ты резкий, блин! Блин, черт! Да ладно! А как он вообще меня так убил быстро? Налетел, черт, какой-то лаг был, что ли? Я даже не успел ничего сделать, меня уже зарезал. Так, ладно, сделаем по-другому. Это, походу, как командир, да? Здоров, начальник, привет, блин! Пошли все вон!
нужна, блин. Разошлись. Прячься. На, блин. Ох, как хорошо бухнуло. Вот он, начальник. Вот это, блин, жесть. Вот это я нарвался на них. Еще один. Крыса подзаборная. Офигеть. Все, патронов больше нет. На автомате. Теперь двигаемся сюда. Блин. А, я выжил вроде бы. И что теперь мне остается делать? И в чем прикол? Я просто тону сейчас. А, так, выбрался. Ладно. Меняй фильтр. О, выбрался. Отлично, теперь могу пробраться дальше. Пацан, патроны есть. Эх, бомж. А, подожди-ка, я здесь был. Так, и как же я пройду дальше теперь? А, вот здесь, скорее всего, да, я так понял. Да, отлично. Идем. Даже не идем, а бежим. Вот сюда. Меняем противогаз. Отлично. О, да, это такой чистенький. Блин. Надо спугнуть его. Ого-го-го-го-го! Ох ты, блин! Ох ты, блин, словил меня! Блин, блин! Ох-ох! Ох, вот это жесть! Как он меня кинул, черт! Вот это отомстил, так отомстил. Спрятались. Не-не-не-не-не. Беги! Все, спрятались. Фух, а они опасные, эти демоны, блин. Так, а мне куда надо идти? Так, прилетай. Сюда, что ли? Да, сюда. Входим. У нас растяжечка. Оба. Отлично. Я иду, иду, иду. Там стреляет как бешеный черт. Так, теперь куда? А, вот сюда. Хотя бы здесь трупы не оживают. Уже хоть какой-то плюс. О, патроны. А, там какая-то уже замануха. Не, лучше туда не пойду. Так, меняю фильтр очередной. Все кончается, блин, и кончается фильтр у нас. О, пацан. Фух. Ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Ну, погнали. Теперь мы встретились с ним и будем уже вместе с ним идти. Отлично. Вперед, Вилли. Вот дерьмо-то!
слышит. Давай понемногу отходить. Блин, идут. Вон эти уроды! Бери... Блин! Давай, 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 давай! На! Да! Помнишь, вот это помнишь, супер! Главное, желтый снег не есть! Помнишь? Так, меняй! Чёрт, как много! Так, держись, держись, держись. Так, мне фильтр, мне. Блин. Валим, валим, пацан, валим. Ходим. Ой, блин, меня схватили опять. Вот это меня возят. Отпусти. Отпусти меня, блин. Чёрт. Охренеть. Уходим, пацан, уходим. Не-не-не, мне хватит хватать. Опять меня схватили. Как, меня схватили или нет? Я вообще не понял. Да ладно. Да хватит меня хватать. Да ладно. Да что это вообще? Как? Что? Как меня вообще убили? Я даже выйти не мог, но, ребята, это вообще какая-то ошибка. Так, ладно, стреляемся еще раз. Давай понемногу отходить. Ну ладно. Вот эти уроды! Бери правого! На, блин. Взрывайся. На, Главное что, помнишь это? Помнишь? Главное, желтый снег не есть. Помнишь? Так, я подержу на расстоянии. Расстояние так кончилось быстро. Го-го-го-го-го-го. Ух, зачистка какая, а? На, блин. Хорошо рванула. Ох, блин, летят. Погнал. Сигнал. Так, блин, опять словили меня. Не, выжили. Давай, 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 давай. Оу. Все понятно, вот поэтому я и умер. Где-то не побежал, я там сидел где-то. О, неужели закончилось? Благодарим за игру, это конец пробной версии. Разблокируйте полную версию игры для продолжения истории Артема и откройте секрет темных. После разблокировки полной версии игра продолжится это его момента. Да, блин, вот это, конечно, мощь, они загнули. Пол игры мне показали. Ладно, ребят, с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока. Это получается еще как-то стрим, даже не знаю. Ладно, окей.